Тофик Ахундов, народный артист России, дает голос бегемота. Такими звуками он привлекает своих троих тысячекилограммовых питомцев. Он занимается дрессурой гиппопотамов более 30 лет. Своих нынешних подопечных, 10-летних подростков Яну, Злата и Аиду, привез на грузовом самолете из Израиля в годовалом возрасте. Говорит, заставлять их бесполезно, только договариваться. Слишком умные животные. Вот это вот очень мудрая девочка. Несмотря на то, что молодая, она очень умная. Договариваться с животными – традиция всех шоу Гии Эразе. В новом представлении только обезьян, 7 видов. Тематический номер «В гостях у шейка» окутывает восточной сказкой, словно попадаешь в пустыню с восточными красавицами и целым караваном верблюдов, которые рисуют причудливые узоры по манежу. «Зной Востока» сменяет завораживающий аттракцион «Зимняя сказка». Невероятно красивая снежная история с белыми и бурыми лисами, русскими, борзыми и оленями. У нас очень много животных. У нас очень большая ставка идет на качество и условия содержания животных. То есть, как всегда, Гия Эразе не скрывает закулисную часть. Екатерина Запашная руководит док-шоу. Ее стая из 20 собак на манеже катается с горки, прыгает через обруч и раскачивает качели. А за кулисами просто счастливо встречает своих посетителей. В номере док-шоу принимают участие далматинцы, шпицы и сразу 9 самоедов. Это самая безобидная порода в мире. У них просто отсутствует понятие агрессии к человеку. Кроме зверей, шоу есть чем удивить. Ловкие акробаты на мачте под руководством заслуженного артиста России Бориса Кима, головокружительные гимнасты в ренских колесах, жонглеры на моноциклах, захватывающие воздушные эквилибристы. Ну и, конечно, на манеже яркие костюмы, профессиональные танцоры балета, клоуны, авторский реквизит и декорации. Артем Петрожицкий, Сергей Мазилов, «День в событиях».